Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем плавать в Сабнафтике. Собственно, в прошлой серии мы починили реактор корабля, теперь через два или сколько там, ну, пару дней, короче, осталось, и радиация полностью пропадет, можно будет снимать этот костюм, крафтить себе там уже водосберегающий или что-то вроде этого. Ну, я уже потихонечку на него буду собирать, где он, ну, вот этот вот. Короче, блядь, дистиллятионный дистиллят сохраняет. Вот. А сейчас мы отправимся искать, по-моему, ориентир это труба. Короче, отправимся искать титан. Потому что мне нужно много-много титана. Для того, чтобы построить свою собственную базу. Я думаю, в этой серии как раз-таки мы и займемся тем, что будем строить базу. Ой, что-то я копнул и FPS просел. Кварц. Кварц не нужен. Наверное, для того, чтобы эти куски разрезать, мне там понадобится как раз-таки резак. Там я видел, есть такая шняга. А может, я и не прав. Вот, смотрите, еще сумка. Вот нахуя она нужна? Сумка багажа. Ну вот зачем она? Ну ладно, давайте всплывать. Там я вижу какой-то контейнер тоже просканировать можно. Но мне надо огромная куча титана для того, чтобы скрафтить все, что я хочу. И пока я не вижу, где бы его раздобыть. Какая-то пушка. Прикиньте. Вот это, наверное... Это, наверное, прикольно. Так, соль пока не нужна. Заряжателя батарей. О, у меня даже одна часть его есть. Вот это нормально. Ага, вон, эта херь плавает тут. Ну, туда мы плыть пока не будем. О-о-о, металлолом. Секундочку. О-о-о-о-о, уёбывает какой-то. Опа, пузырик ословил. Пузырик, стой! Пузырик, ты никуда больше не пойдешь. Так, пора всплывать. У нас, кстати, головы нет, но это нормально. О, я вижу там еще один контейнер. Там рыба это напердела. Вот это вообще отлично. Хорошо, что я вовремя всплыл, не нарвался на эту тучу. Так, кварц пока собирать не будем. О, сборщик транспорта. Отлично. Еще сборщик транспорта. Ой, вообще чума. Так, ну сборщик это прям то, что мне нужно. Титан. Медяха. Титан. Ой, титан это прям то, что мне нужно. В смысле, блядь? Пошел ты нахуй. Хватай пузырика, ёбаем. Так, ну я сколько-то там титана собрал. Однозначно. Оп, еще собрал. Это прикольный, конечно, вот этот такой риф. Но опасный. Металлолом. У меня там место есть? Не, уже нету. Пора возвращаться, значит. Где моя капсула? Пузырик. Давайте еще одного пузырика поймаем. Блять, стой, сука! Есть. Ох, блять, а чё ж ты меня на 30 секундах-то не предупредила, мразь? Я же завтыкал.
О, селедка это тут плавает, блядь. Ну да ладно, это ничего. Пойдем, короче, наделаем себе сейчас воды. Выложим. Че выложим-то? Вот эти вот два образца коралловых плит сейчас надо выкинуть. Они все равно мне не в тему. Медяху положим в ящик. Так, нет, тут не то. Вот в этот ящик. Да, вот в этом ящике у нас медяха. Сейчас наделаем воды. Жратвы, конечно, почти нету. Но жратву легче восполнить, чем воду. Так, вот есть у меня батончик этот, например. Вот я въеб его и все. Так. Давайте-ка построим из того, что есть. А потом уже будем заморачиваться, там разбирать тот титан, что есть. Короче, такое. Мне нужен вот такой вот блочок. А чё, его посередине въебать нельзя? Но, видимо, нет. Оп. Нормально. Так. Ну, я там думал пристройку, короче, туда делать. Ну, короче, вот тут, наверное, шлюз. Стекла нет. Пойдем сделаем стекло. А с чего стекло делается? Из кварца, по-моему. Вечно смотрю на ту сумку. Надо ее убрать куда-то. Так, с чего делается стекло? Ну да, из двух кварцев. Так, в принципе, все. Погнали, доделаем этот. Ой. И, по-моему, там еще как-то надо электроэнергию въебать. А, еще по два кварца. Два титана, два кварца. То есть, приблизительно... 2, 4, 6, 8. Не будет у меня столько кварца. Титана-то, наверное, будет, а вот кварца, наверное, нет. Сейчас проверим. 4 только есть. И 4 титана. Ну, пока... Ну, пока, наверное, въебем 2 штуки. Энергии должно хватить. Опять со звуком эти приколы. Но это ничего, я думаю. Не особо так уж и страшно. Так, въебали одну сюда батарейку. Power restored. All primary systems online. Вот. Пойдем посмотрим, что там внутри. Капитан. Сейчас посмотрим, сколько максимум энергии от одного этого прикола. Ну, от двух, вернее, этих батареечек. И сейчас звук сделаю потише. Общей громкости, в смысле.
Надеюсь, так будет просто получше. Ну, потихоньку я, смотрите, накапливается. 20, да? 21. Оно, я так понял, будет просто накапливаться до сотни. 24. 25. Видимо, да. Просто так быстрее. Ну, тогда отправляемся на поиски кварца. Бумеранг, блять, стой, сука, я жрать хочу. Хотя нет, уже не хочу. Я тебя все равно съем. Ух ты, твою мать! Ух ты, твою мать! Ух ты, твою мать! Козлы, сука. Можно ее как-то расхуевертить? О, можно, чтобы они не спавнились тут. Блять, ну чё оно не бьется-то? Ой, темно тут, страшно. Ладно, пойдемте в капсулу. Бррррр. Нормально, меня два камикадзе переебало. Блин. Так, сколько там? Три кварца есть. Надо еще один кварц. И, ну и один металлолом на переработку. Один металлолом на переработку. Так, и еще один кварц бы не помешал. Пойдемте найдем. С фонариком было бы веселее, конечно. Да ладно. А вот он как раз. А нахер я сюда лечу, если мне нужен строитель? Оп. И сейчас еще одну тарелочку такую поставим. О, ну вроде с питанием проблемы не должно быть. Теперь давайте-ка посмотрим, что тут есть из оборудования. Так, приемник дальности связи с миром. Так, изготовитель аптечек, фоторамка, табличка, шкафчик. Вот шкафчики нужны. Ага, изготовитель. Комплект проводов, компьютерный чип и два титана. Наверное, вот этим мы и займемся как раз таки. Так. А это что такое? А, сборщик транспорта. О. О, такая херня мне нужна. Я где-то тут видел титановый слиток. Титановый слиток литий. А, вот. 10 кусков титана надо. Это ладно. Смазка делается из семян водорослей вроде бы. А энергоячейка это что такое? Давайте посмотрим. Расширенный комплект проводов. Комплект проводов. А, серебряная руда нужна, сука. Энергоячейка, две батареи и силиконовая резина. Силиконовая резина вроде есть, и две батарейки тоже это не проблема, как бы. Давайте-ка херанем. Энергоячейку. Оп. Так, что там надо?
А, подожди. Я же ведь не это хотел сделать. Да-да-да, я хотел титановый слиток. Титановый слиток. 10 кусков титана. Ну давай разберем имеющиеся. 4. 8, по идее. И 16. 12, пардон. Какой? Ну вот. И теперь слиток. Красавчик. Сделал. Молодец. Что еще надо? Смазка надо. А что там сейчас? Сейчас, наверное, самое, что не есть, ночь. Ну да, самый темный час перед рассветом. Вот и как раз расцвет. Какая прелесть, ребят, вы посмотрите на это. Пускай качество графики тут на медиуме, и игра в стадии альфы, но выглядит это все крайне-крайне замечательно. А я его не приготовил. Ну хуй с ним. Съел и съел. Фу, чё нам надо-то? Я уже и забыл. Семена вроде нужны. Да не поможет мне тут ножичек. Тут надо шевелить поршнями. Короче, пиздим. 4 штуки есть. И поплыли теперь обратно. Из них мы сделаем смазку. Я хочу вот этого вот ската убить. Стой, тварь! Я кушать хочу. Ну, не сильно, конечно, я хочу, но хочу. Так. В принципе, изготовитель-то у меня тут есть. Это не критично. А вот... И одна гроздь получается лишняя. Хорошо. Так, пойдем вниз. Выкидываем одну гроздь. Оп. Пускай себе тонет. Как он активируется? А, подождите, давайте пожрем сначала. Вернее, не пожрем, а приготовим пожрать. Вот. Пускай там лежит. Назначить на быстрый слот, на пятерку давай. Оп. Ну, транспорт. Мотылек. Почему он закрыт? Хер его знает. Наверное, он еще не изучен просто у меня, или что-то вроде этого. Да? Ну, скорее всего, так оно и есть. Оп. Ну все. Значит, эта херь у меня теперь имеется. Останется. Ну, только, собственно, найти самого мотылька. Тут еще у меня две батарейки есть. Свинец, пыльца камикадзе. Питательный батончик даже есть. Короче, прекрасно все. Дай мне аптечку. Давайте-ка посмотрим, что можно построить такого полезного. Ну, изготовитель он мне не обязателен. В принципе. Что тут еще такое есть-то? Вот аквариум есть. Там нужно 4 стекла. А чтобы сделать... А давайте-ка сделаем второй этаж. Сколько там надо? 6 кусков титана.
А у меня титана больше нет. Обидно. Ладно, отправляемся на поиски титана. Так, где эта труба? Постой-ка, вот сюда вроде. Ой, куда же я его выкинул-то? Вот дурак. Лови. Есть, вот этой кнопкой. Так, тут я был уже там. К мелким рыбкам, как показывает опыт, лучше вообще не подгребать. Ну его нахрен. Давай-ка получше, лучше поищем титан. Ну, остатки от корабля. Кварц. Вот такие вот приколы. Медяха. Кварц. Оп. Проскилл мегамастер. Давай, блядь. Попробуй догони меня, кусок говна. Так, за мной там всего лишь косячок рыб. Лучше бы мне всплыть, а то я охуел. Ну, я, в принципе, должен успеть. Надо мне глайдер сделать. А то я жоплюсь. А с глайдером было бы быстрее. Что это такое? Металлолом? Похоже на то. Оп. Что это такое? Это какая-то хуйня от мотылька. Фрагмент мотылька. Ну давай, сканируй. Сейчас же эта залупа песочная вылезет. Один из пяти кусков мотылька. Я понял. То есть нужно находить вот такие вот куски мотылька, да? Что это за пузырики? А, я дышать этим могу? Это прикольно. Блять. Ладно, все, я больше не буду, я понял. Лучше им особо не надыхиваться. Так. О. Да отъебись! Пристало ко мне вот это говно. Наверх, наверх. 60 метров глубины. Ой. Короче, мне надо еще мотылька найти, оказывается. А я что-то втыканул, что для него еще чертеж нужен. То есть там не только для мотылька, там и для циклопа нужен чертеж. Блин. Ладно. Не страшно, базу построим, тогда уж будем думать о чем-нибудь таком. О-о-о. Спасибо! Спасибо, тюлька! Все-все-все. Все-все. Все-все. Базара ноль. Спасибо, что принесла мне металла. Хе-хей! Какая охуенная тюлька. Так. Спокойно. Что тут еще есть? Кроме охуевших тюлек. Там я вижу, вон пузырики плавают. Надо бы их половить. Металл. Оп, и уебываем. Блять, укусил таки, ну сука. Я все понял. Благо, аптечки у меня еще есть вроде в инвентаре. Ну да. Давайте пузыриков поищем. Так, это эти приколюхи плавают.
Здоровые, да. О, там куски. Бля, мы же правда сплавать. А вдруг там что полезное есть? Там вообще глубина лютая, наверное. Так. Тут вроде опасного никого не вижу. Вот какая-то рыба плавает, правда. Давайте всплывем для начала, чтобы подышать. А то почти на 100 метров опустился, охуеть. Психопат. Да, пора явно катушку делать. А то я что-то углубляюсь слишком сильно. Надо в другую сторону идти. Там ресурсы тоже есть. Просто, ну, их легче добывать. А это место поопаснее будет. Ну, тут, соответственно, ресурсы поинтереснее попадаются. Так что дело вкуса. На самом деле. Но я вроде тут не был. Отсек корабля, в который... Разрежьте, чтобы открыть. О! Он оно как. Он оно чё. Ну, я постараюсь запомнить это место. Ладно, поплыли отсюда. Стрёмно тут. Я смотрю, тут куча ресурсов, он разбросан. Но тут эта рыбка плавает хуево. Попробуем чё. Подобывать немножко. Золото, охуеть. Блять, я забыл. Я забыл. Все, я понял. Я понял свою ошибку. Живи, блядь! Живи, твою мать! Быстрее. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Фу, блядь, еле-еле. Кто ж знал-то? Ну, я знал, но я забыл. Короче, если бы не мой костюм, я бы сдох. Какая прелесть. Че это такое? Кусок мотылька, наверное, опять. Да, скорее всего. Так, 2 из 5 есть. Глубина 100 метров. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Мы больше опускаться не будем. Ну, будем, конечно, но... Но ненадолго. Оп. Наверх пошел. Давай еще вот эту вот и наверх. Оп, все, хватит. Погнали наверх. Я помню. Все, я все понял. Плыву сугубо вверх. Короче, я нашел 2 куска мотылька. Так, осталось... Сколько там, по-моему, всего 5? Или 6? Короче, еще какое-то время нужно для того, чтобы полностью найти, во-первых, все чертежи мотылька, а во-вторых, скрафтить его, ну... Еще не сразу будет, но тем не менее, я думаю, мы скоро с этим справимся и успешно будем бороздить океан, а может даже и циклопа построим. Но это уже такое дело, знаете. По-моему, останки циклопа лежат как раз таки на очень высоких глубинах, и для этого, ну, не очень высоких, но высоких все-таки, и поэтому нам нужен мотылек. Металлолом. Оп, металлолом. Оп, металлолом. И
Это что такое? О, еще один фрагмент. Только... Сука, отъебись! Отъебись, я занят. Видишь, тварь какая. Все, я ухожу, ухожу, ухожу. Твоя земля, твоя. Я просто за мотыльком прилетал. Я, блядь, со страху даже не посмотрел, сколько там еще. То ли 5, то ли 6 кусков мотылька. Всего. Сейчас похилимся, короче. Ну, не похилимся, а подышим. Что-то ночь опять наступает, что ли? Время сумерков. Ой, блин, хуёво. Ну ладно, буду плыть. Посматривая. Кварц, конечно, бы еще собирать. Ну, тут я смотрю только соль. Ну, в принципе, соль тоже пригодится. Просто очень-очень глубоко это все дело. Ну, смотрите, 60 метров. Вообще пипец. Тут уже ничего не видно. Так, ладно, хватит вот это вот заниматься этим. Посмотрим там, что еще можно сделать из... чего, блядь? Из титана? И посмотрим, короче, что нам еще надо для базы, там вот такие вот приколы. Я думаю, электрики мне хватит. Там вот этих пару батарей. Мне, по идее, должно хватить. Надо бы мне это... аквариум построить, чтобы разводить этих хреновых пузырей. Во. Так, ну давайте посмотрим, что у меня тут. Так, это сюда. Кристаллы соли. Ого, серебряные руды у меня нормально. Так, вот еще кристаллы соли. Там вот кварц туда же. Ну, то кварц у меня есть, что я въебываюсь-то? У меня кварц есть. Серебро можем золотом туда сложить. Свинец. Туда же. Так, а что надо? Эту херню построили. Глайдер, ну, пока не буду, наверное. Сетчатое волокно можно. И серебряная руда. Вот серебряная руда у меня как раз таки есть. И сетчатое волокно, в принципе, тоже. У меня проблема сейчас с водой. Так, давайте-ка посмотрим, что можно скрафтить. Так, тут стекло нужно для стекла. Ну, 4 стекла нужно. А чтобы сделать стекло, мне нужен кварц. 2, 4, 6. 6 кварца мне нужно. 6. Давайте накрафтим стекла. На все деньги, короче. Вернее, на весь кварц. Так, где эта шняга? Вот она. У меня воды нет, это меня очень печалит. Я, скорее всего, умру. Это плохо. Так хули делать? Нету воды. Хули делать, если воды нету? Ну умру я, ну пиздец теперь. Чё? Ничего страшного, давай. Так, погнали. А, я не могу его наверх поднять или могу? Могу. Вот.
И теперь... Блять, а чё, стекла нету? Аж, по-моему... Походу, не хватило. Походу, кварца не хватило. Так, сука, темно как в жопе, но тут, по идее, кварц. Так, все, поплыли. Где моя капсула? О, пузырик! Ох, тебя я достану любой ценой просто. Стой, падла! Бомбардировка там идет, блядь. Просто любой ценой я тебя выцепил бы. Даже если бы пришлось драться с этими ебаными акулами. Пей. Ну, блядь, кое-как. Ладно. Пока жив. Пока. Ненадолго. Угу, ясно. То есть еда все-таки портится. Значит, можно... Ну, блядь. Надо сразу есть. Это понятно. Так, чуть я выложил. Положи обратно. Выбросить. О! Показалось или нет? Походу показалось. Надо еще пузырика найти. Так, ну... А, точно, я же еще хотел скрафтить из кварца стекло. А то мне не хватило на аквариум. Я забыл, что для этой, для херни этой нужен еще стекло. Думал, там только титан. Так, стекло. Так. Хватит, погнали вниз. Ну, короче, в лучшие времена я просто все это стеклами облеплю, потому что тут, ну, как бы считается, что... Ну, тут давления нету, я всего лишь 5 метров глубина. И поэтому тут можно все, в принципе, застеклить. Оп. Хорошо. Вот сюда мы сейчас лестницу въебем. Да-да-да. Вот сюда. Давай, ну чё ты? Чё ты ломаешься? Оп. И еще одно стекло нужно для того, чтобы сюда шлюз запихнуть. Оп. Ну вообще нормально. Короче, будем тут рыбок разводить. Ну, надо еще кварца, конечно, подыскать. И желательно, кстати, рыбок наловить. Похуй каких. Чтобы их приготовить. Да стой ты, сука. Посмотри, какое шустрое. Говно. Ебана мать, ты не уйдешь от меня все равно. Есть. Дальше. О, пузырик. Так, ты пока отменяешься. Пузырик раз. Пузырик, сука, стой! Нет, не то. Пузырик 2. Теперь этих залупанцев надо хватать. Есть. Стой, сука. Куда-то съебнул. Ну вот, вот этого вот буду ловить. Да стой ты, падла. Есть. Что-то они меня разводят, блядь, как лоха. Ну ничего, сейчас я выловлю еще одного. Да стой, сука. Есть.
Да я знаю, знаю. Но я уже себе и пузыриков и этих наловил. Короче, одного пузырика приготовлю. Одного пузырика туда выпущу. Или там, по-моему, два пузырика надо, чтобы они размножались. Походу, два пузырика надо. Ну, это же логично, да? Так. А давайте попробуем одного при помощи соли приготовить, а другого... Ну, то есть, как бы... Не, не надо ничего с ним делать. Положи. Оп. Так, соли. А второго не будем солить. Просто попробуем приготовить их, короче. Так, пескуна просто. Посмотрим просто по целебным способностям. И пескуна с солью. Так. Минус 2 воды, но много еды прибавляет. А вот этот плюс 5 воды. Приготовленный пескун, обработанный пескун. А, я понял. Вот этот просто не портится. Ну, короче, все понятно. Значит, потом еще пескунов наловим. Но пескуны это такое дело, блядь. Главное это вода. Сейчас главное это напиться. Давайте двух пузырей пустим на воду. Вот. Двоих пустил на воду и порядок. Так. Ладно, дорогие друзья, что ж, мы уже начали обустраиваться, мы уже начали, мы построили сегодня... Что это такое? Сейчас я проверю. А, поплавок. Мы построили сегодня этот сборщик транспорта, полезная, между прочим, хреновина. Построили базу, построили сегодня аквариум. Короче, будем разводить херовых пузыриков и этих пескунов. Ой, не та кнопка. Короче, жизнь наладится, я вам обещаю. А пока, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.